Hello, people! И это новое видео. У нас замечательная погода. Наконец-то пришла весна, светит солнце. Теперь даже жить уже как-то захотелось. В Польше сегодня праздник, который называется Тлусты Чвартек. Поэтому в наших планах накупить много пончиков. Ведь, как говорится, чем больше в этот праздник ты съешь пончиков, тем счастливее будет твой год. Ко мне пришла Катя. Сейчас я быстро перекушу, мы встретимся с девочками, и я вам покажу, что же происходит в Польше в этот праздник. Значит, девочки опаздывают, мы сейчас идем под Куль. Это, как расшифровывается, католический университет? Католический университет Любельский. Громче тут не слышно будет. Католический университет Любельский. Вот так вот. Туда подъедут девочки, и оттуда мы уже пойдем в центр. Посмотрим разную ценовую категорию. Как в обычных магазинах, таких как Бедронка или Стокротка, и в также таких цукерниях, пекарнях. Ну, там 100% будет, конечно, дороже, но тоже, знаете, так, качество считаю. Играет роль. Вот. Ты видела, кстати, что на 14-е были, не знаю, кстати, мне кажется, такие розовые. Да, на 14 февраля были розовые хот-доги с клюквенным соусом. Но, кстати, здесь вывески я не видела. Смотри, мы можем купить два. Przepraszam, а или коштує один? Это залежит от розаги. Залежит кто? Найтанше по злоте 20 будут те 100 тенгу. Нет, третий гратис, типа подарок. А, угу. Берем? Берем. Распаковка? Анбоксинг. А, подожди, а розовый он с чем был? Она не сказала, но мне кажется, он будет с, с каким-то... Да. Что такое будет? Ну, и нам дали, короче, подарок. Вот этот вот, шоколадный. Вообще выглядит красиво. Угу. Вкусно. Клубника, наверное, да? Да. И ты, он тоже хочет. Дорогой дневник, мне не подобрать слов, чтобы описать боль и унижение, которое я испытал сегодня. Вот как выглядит Куль. А, Катя, это главный вход? Нет, это коллегия, вот главный вход. Вот главный вход. Самое интересное, что сколько я живу тут полгода, репутация до сих пор висит. Да, ты, наверное, знаешь, круглый год. И зимой, и лето. Понимаешь, хорошие студенты всегда нужны. Поэтому что снимать? Кстати, Катя учится на зарубке от Куля. Да. И какие у тебя предметы? У меня польский, но он типа разделен. Это не просто типа польский, изучение языка, это грамматика. У меня разделено грамматика, письмо. Аудирование, это отдельные все предметы. Лектуры. Лектуры — это такие занятия, предметы, где мы изучаем слова на определенные темы. Допустим, у меня есть лектура текстов прозовых, лектура текстов литераторских и лектура текстов специалистичных. Ого. На специалистичных мы изучаем слова там на темы, которые нам пригодятся типа, по специальностям. Математика, история, политика тоже есть, экономика есть. И география еще. Ну, типа, математику и географию можно выбирать. То есть можно выбирать, идти ли тебе на географию, но да. При этом можно не ходить на математику. Да. А ты ходишь на математику? Нет, я математику. Ну, типа, я иду на администрацию, и математика мне не нужна, поэтому я от нее отказалась. Окей. Да. Дякую большое. Пожалуйста, на интервью. Ого, вот так вот все начинается. Я не снимаю. Боже, ну что за дивы? Вот это малышки. Мы уже, кстати, купили пончики в Жабку. Короче, там была акция, типа, два пончика берешь и один в подарок. Да. Мы взяли три пончика. Но мы уже съели два. Если вы будете счастливее, чем мы в этом году. В принципе, могу зайти в Бедронку, купить 24 пончика, и меня никто не обгонит. Настя, ты будешь просто самым счастливым человеком в этом году, ей-богу.
21, can you do something for me? Can you hit a little rich flex for me? And in 21, can you do something for me? Drop some bars to my pussy ex. Может, тоже засунуться? Я не съем. Я бы не съем 6 поэтов. Честно, я съем один, я больше не хочу. Ну. Do your thing, 21, do your thing. I'm in the whack, this shit costs a lot. Never send a bitch up that. Я думаю, нам хватит 6 пунктов. Конечно, хватит. Да, я покупаю? Да, Настенька, теперь будем тратить твои деньги. 5 злотых за 6 кончиков в бедронке. Мы 5 злотых за 3 заплатили. Он с кем-то. Тоже хочу. Ладно, я тоже уже буду. Раз встали здесь, я тоже буду. Новая бомба. А что вкусно? Так. Отойдем. Люблен для всех. Для себя, для жертв. Мясо, но одежду. Так. Мы пошли записываться на работу. Вы пошли записываться на работу? Да, мы были неделю влюбления и пошли записываться на работу. Что, записались? Нет. Нужно стоять около Ашана и собирать деньги так на... Это... И так бедных людей. Да. Это называется... Это фундация. Кстати, я сейчас расскажу про эти фундации. На самом деле, вот люди, которые собирают деньги... Они забирают все проценты. Мы собирали, ну, нам сказали вот эти фундации. Но эти деньги, то, что, например, собирают на Украину, там, не знаю, дай бог, хоть какую-то часть отправляют, потому что большую часть они тупо оставляют себе, у них там в офисе плойка пятая. И, например... Офис, я не понимаю. Не знаю, в том-то и дело. Ну, кстати, знаете, цены такие, как, в принципе, как у нас в Беларуси. Одна роза стоит 10 злотых. Это на наши, но в районе 5 рублей. У нас как бы тоже одна роза стоит 5 рублей. Когда я заказывала букет, невозможно найти хороший средний букет, чем за 200 злотых. У нас на 100 рублей можно было заказать большой нормальный букет. Я не знаю, сколько стоит букет, потому что мне их покупают, а не я их. У нас можно купить хороший, достойный букет, достаточно большой, спокойно, за 100-110 рублей. Здесь это минимум 400 злотых. Обрез. Нет. Вы серьезно? Это очень на 2 минуты. Она быстро двигается. Короче, там скидок на пончики нет, типа как всегда, по 6 злотых. По 6 злотых? Один да. Пончик? Доведение. Я говорила. Мы за 6 купили 6 штук. Ой, вот так вот. В Тулске чвартык, и не могли постоять в очереди за пончиками. Не стыдно? Нет, хочешь стой? Мы в Виву пойдем. Хочу. А где на кустового угла? Это не хворост, это не хворост. Ну, это короче... Фаворки? Да, по-моему, фаворки. Как-то так. Очень хочется. Куда тут идти вообще? Две. Как наркоман. Шипанима фаворки. Шипанима фаворки. Она такая достаточно мучте. Давайте, зайки. Шипанис пшедай. У меня кофе, я не могу. Я вообще снимаю. Я не вижу, когда меня переспрашивают, я сейчас совсем говном, как будто я не знаю вообще ничего. Иди, спроси. Я сомневалась, что это называется фаворки, если честно. Ну что мы делаем? Идем, как она называется? Чурас. Чурас? Чурас. Сейчас опять меня не могу. Не открывается. А там сзади чурки. А, написано... Ничего. Ну конечно. Мы же только сделали. Да. Ого. Да. А вы ждать не хотели.
да, внимание. А очередь до сих пор не заканчивается. Мне до туда не ехать.